Дата 17 февраля была выбрана не случайно. 13 лет назад в этот день прошел Всероссийский форум, на котором было принято решение создать молодежное общероссийское общественное движение «Российские студенческие отряды». С далекого 1959 года, когда первые отряды студентов-добровольцев отправились на освоение целинных земель в Казахстан, прошло уже 60 лет. Через это общественное явление прошло не одно поколение советских граждан. Студенческое движение стало в некотором роде одной из визитных карточек молодежного движения в СССР. За время своего существования и развития студенческие отряды внесли неоценимый вклад в достижение экономики страны, особенно тогда, когда речь шла о реализации масштабных строительных проектов, которые чаще всего были связаны с развитием удаленных, труднодоступных территорий Союза и где всегда требовались дополнительные трудовые резервы. Со свойственным молодости задором и энтузиазмом студенты осваивали целину, нефтяные и газовые месторождения, строили БАМ, промышленные предприятия и заводы, трудились в совхозах и колхозах. Стройотрядовская школа формировала характер, учила работать в коллективе, помогала приобрести опыт верных друзей, найти свою любовь, узнать свою страну. Сейчас движение студенческих отрядов вновь набирает обороты. Российские студенты активно участвовали в таких стройках, как Плесецк, объекты Самиата, АТЭС, Олимпиады в Сочи, Универсиады в Казани. В Карелии в последние годы трудовые отряды тоже развиваются. Строительные, педагогические, сервисные. Они работают и в республике, и во многих уголках России.